Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная выдача нового автомобиля. И мы приехали в город Тольятти на ЖД вокзал, чтобы встретить Сергея, нашего клиента. Он у нас из города Саранска. Вот, приехал на поезде. Поезд московский. Сейчас мы его будем встречать. А далее поедем к нам в автосалон. Будем делать осмотр автомобиля. И там же я расскажу по комплектации, стоимости. И поздравим с прекрасным приобретением. Ну, в общем, такая сегодня выдача. Пошли встречать. Приехали с Сергеем, сделали уже осмотр. Сейчас Сергей оформляется. Вот. Мы, в принципе, посмотрели быстренько автомобиль, рассказал по комплектации, показал все дополнительное оборудование, которое мы установили на него. Сергею все понравилось, замечательно, и сейчас оформляется. Давайте теперь я вам, дорогие друзья, расскажу по комплектации, также по дополнительному оборудованию. Значит, комплектация у нас Lux Multimedia Enjoy Pro 8-дюймовым экраном. Вот. SV Cross. Цвет анкор, коричневый металлик. Значит, по внешней части у нас внедорожный обвес у автомобиля идет. Диски 17-дюймовые на летней шине 205/50R17, Pirelli Cinturanta P7. Сейчас мы поедем, кстати, в наш шинный центр и будем выбирать шину. А может быть, шина плюс диски, и будем замен зачет делать. Вот, задние дисковые тормоза. Двигатель 1.6, 106 лошадиных сил на механической коробке передач. Вот, по передней части у нас противотуманные фары. Кстати, эти противотуманные фары у нас имеют функцию, то есть поворота руля, она, то есть, загорается либо левая, либо вправо, в зависимости от того, в какую сторону вы руль поворачиваете. Очень прикольная опция. У меня на моей машине точно такая же опция стоит. И иногда это очень интересно, когда едешь, там, особенно во дворах, где-нибудь поворачиваешь, и туманочка подсвечивает. Так, достаточно удобная вещь. Вот. Также мы поставили сетку полностью, то есть вверх-вниз мы установили сетку защитную радиатора. Далее по наружным зеркалам, здесь они идут с повторителем, а окрашены в цвет кузова. Ветровички мы также наклеили, оригинальные ветровички Vesta SV. Ручки двери окрашены в цвет кузова. Заднюю полусферу мы затонировали, это тоже было по просьбе Сергея. Вот, сзади, давайте заднюю часть автомобиля расскажу вам. Здесь у нас камеры заднего вида. Багажник открывается с кнопки. Присутствует датчик парковки. Шторка. Спинки задних сидений складываются 60/40. В комплекте завода-изготовителя идет домкрат, баллонный ключ и транспортировочный крючок. Также сеточка. Вот, запаска 15-я на штампованном диске черного цвета. Размерность шины запаски 185/65R15. По салону, смотрите, у нас здесь мы сразу постелили оригинальные коврики Vesta в салоне. 4 подушки безопасности здесь. Это водителя, пассажира, 2 боковые. Сиденье из материала эко-кожа плюс ткань. Салон серенький, с серенькими такими вставками. Значит, вот она, собственно, мультимедиа Enjoy Pro, точнее. Видите, 8-дюймовый экран большой. Он у нас идет с навигацией. Давайте я сейчас включу вот так вот. То есть здесь у нас навигация. Располагается Яндекс Музыка, браузер, USB. То есть можно YouTube смотреть. Вот. Потом у нас есть также поддержка здесь Apple CarPlay и Android Auto. Камера заднего вида очень такая достаточно, ну, хорошая. То есть, ну, сам пользуюсь именно вот такой же системой. Вообще замечательная система, очень нравится. Звучание у автомобиля тоже превосходное. Вот, 4 стеклоподъемника, электрорегулировка и обогрев наружу зеркала располагается вот здесь у нас. На картах двери водительская. Вот, декоративные вставочки,
на картах, также на торпедо серебристого цвета. Датчик дождя, датчик света есть, обогрев лобового стекла, система ESP, центральный замок. И здесь у нас идет климатическая система. Вот, пожалуйста, я завел автомобиль, то есть здесь можно уже выстраивать, то есть температуру, которая вам будет комфортно в салоне. Подогрев передних сидений идет трехуровневый. Вот, значит, обогрев руля, круиз-контроль, ну и также там прибавить громкость, убрать громкость, все это можно делать здесь с руля. Вот, значит, дополнительно мы установили сигнализацию Starline с автозапуском. Стоимость ее составила 17 тысяч вместе с работой. Коврики у нас обошлись 3 тысячи полностью весь комплект. Сделана полная обработка автомобиля, всего автомобиля, то есть днища, капотного пространства, дверных проемов, багажного проема. Стоимость этой услуги составила 4,5 тысячи. Сетка, бампер, то есть полностью вверх и низ, составила у нас 2,5 тысячи. Ветровички 2,5 тысячи. Тонировка задней полусферы 3 тысячи. Вот, еще что мы сюда сделали, в принципе, ну, по-моему, все. Вот, весь, и стоимость этого автомобиля, дорогие друзья, сейчас выйдет Сергей, я его поздравлю и вместе с ним озвучу стоимость этого непосредственно автомобиля. Дорогие друзья, знакомьтесь, Сергей, он приехал к нам из Очень Саранска. Приятно. Из Саранска. Из солнечной Мордовии. Да, из солнечной Мордовии, дорогие друзья, за новым автомобилем Lada Vesta SV Cross, комплектация Люкс Мультимедиа Enjoy Pro, цвет Анкор. Стоимость этого автомобиля на сегодняшний день составила 1 миллион 240 тысяч. Мы уже оформились, Сергей, мы тебя поздравляем. Да. Спасибо большое. Спасибо. Тебе понравилось? Замечательно просто. Я в восторге вообще от ваших услуг, то есть созвонились. Все спокойно. Все спокойно, все без проблем, встретили, все оформили. И сейчас поеду домой со спокойной душой. Напомню, Сергей мне позвонил, когда я как раз с доставки, я доставил автомобиль. С Ростова. Да, с Ростова. Я как раз в аэропорт ехал, в Ростов, в ростовский аэропорт. Вот, и получается, Сергей позвонил, говорит, Денис, все, я тебе пересылаю предоплату и машину бронирую. Дополнительное оборудование, вот это мне нужно. И, в принципе, сегодня вот уже встретились на ЖД вокзале города Тольятти. И теперь уже оформились. Ну, просто минут 15. Сейчас страховку делают. Поедем сейчас зимнюю шину выбирать. Вот. Еще раз поздравляем. Спасибо. Ну, вот. Все замечательно. Очень приятно. Так что, дорогие друзья, поедем мы сейчас выбирать зимнюю шину. Ну вот. А так, контакты все в описании. Вайбер, WhatsApp, Instagram. Жду от вас заявок. До новых встреч. Пока, друзья.